Всем привет, дорогие... Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Агли Ром. Вы спросите меня, Рома, что это за херня у тебя на голове? Я вам отвечу, ребята. Все просто. Все сложно, блядь, я ничего не вижу, на. Все просто, ребята. Сегодня я... Почувствую себя в роли таксиста. Посмотрите на мою лайбочку. Посмотрите на вот это произведение искусства. Вот на эту просто... На это просто гениальность автомобилестроения. У меня, как вы можете заметить, 3,2 звезды. То есть я, ну реально, то есть я не самый плохой водила, да. То есть, ну, я уже могу брать какие-то заказы, да. То есть более-менее оплачиваемые. Только вот бы найти... стоять. Почему так медленно тормозишь? Ну, блин, ребят, я какое-то дерьмо купил, если честно, а не машину. Ну-ка, стоять. Пикап. Ну-ка. Поднимаем типа. Так. Чего? Да тебе проехать, тут один квартал мог бы пешком дойти, урод. Мое время тратит, тут козел. Ну-ка, стоять. Ой, блин. Припаркуйся в зеленой коробке. Ты что, мне указывать будешь же? Не поставишь 5 звезд в приложении, я тебя, блядь, найду. Все, паркуемся. И мой первый заказ. Вы очень искусны, спасибо. Да, пожалуйста. Я тебя, блядь, найду. $57. Нет, это нищие копейки. Абсолютно нищие, ребята, деньги. Эй, вы чё, почему вы такие уроды нищие? Что за 1-1 звезда? Чел, у тебя вообще, что ли, я там... Кошелек, блядь, маленький. Так, ребят, подвозим, так сказать, цыпочку, да, то есть, ну, надеюсь, то, что за мою бешеную экстремальную судьбу, так сказать, она мне оставит номерок. Ну, я, так сказать, ну, ни на что не намекаю. Все, паркуемся, ребят, и второй заказик мы уже отвезли. $67. Это мне, так сказать, ну, это даже не на шаурму, это просто, блядь, на три корочки из фикс-прайса, да? Так, парни, вот давайте вот... Нормальный заказ, вот 3,2, идеально, давай. Ты должен мне дать очень много денег, друг. Инженер, ребят, он инженер, у него есть деньги. Огромное расстояние, да, вот, ну, как бы, ну, неважно, да, то есть длинное, короткое расстояние, да, вот, то есть мое такси, оно самое лучшее, ever. То есть во всем Роблоксе нету таксиста лучше, чем я. Конечно, машина у меня не самая, да. Ой, тихо, это место, посмотрите, это дорогой, так сказать, жилой район, довольно дорогой, на горе. Опа, спасибо за поездку. Слушай, друг, тебе спасибо за $600, ёпа. Ой, тыква. Алло, я застрял. Вот здесь вот можно съехать с дороги аккуратненько, да? Не, ребят, машина у меня топ. То есть машина у меня просто шикарная. Не помню, ух, блин, аккуратненько, да? Нет, одна звезда нет. 0,8 тоже нет, 1,3 нет. Мало. Ребят, ну... О чем речь? Сколько вы мне денег можете заплатить, понимаете? Вот вы не должны вообще здесь стоять. Со своими, блин, потребностями. Ладно, 1,9. Ты пока самый прибыльный, кого я только здесь встретил, механика. Ну-ка. Все, ребят, поехали. Мы должны доставить его на место просто за нищие, просто за сущие секунды, так сказать, просто. Мне интересно... Ай, блядь. Блюдо, куда ты едешь, блядь? Смотри, сука, на дорогу. Какой порт? А что если он мне сейчас просто, блядь, хлороформ, у меня тряпку к носу приложит, и я, блядь, кисну здесь? Куда мы едем? Сколько я уже метров проехал? Конечно, это хорошо, я сейчас заработаю много денег, да, может быть, сразу себе на новую лайбочку, так сказать, накоплю, на свою ласточку новенькую. Или вот это, так сказать, ее покрашу, какой-то, так сказать, ну, более гламурный цвет. Все, ребят, я в каком-то порту, 2х множитель, тихо, стой. Все, стоять, все, 2х множитель. Еба. Магазин автомобилей, могу ли я новый автомобиль себе, так сказать, приобрести? У меня все зависло, блядь, что все лагает, блядь. Алло! У меня какая машина? У меня... у меня есть BMW. Вот, у меня вот этот Foster Acuta. Не, ребят, ну это... Да говно. То есть мне, ну, минимум нужно так накопить 1000... Ну вот я хочу себе вот такую, да, малышечку. Маздочку. Посмотрите, какие у нее фары. Ой-ой-ой, какая бэйби, блядь. Ладно, у меня пока денег таких нет, поэтому... Изменить. Я хочу свою машиночку, так сказать, преобразовать. Так, давайте посмотрим. Вот, турбо. Турбо, твин турбо, вот. Ну, блядь, такое себе, конечно. Так, дизайн тарелки. Все закрыто, нахуй. Нихера, блядь. Можно ее поднять. Давай поднимем эту бэйби, блядь. Так, выхлоп. Ну, это хуйня. Так, ну-ка. Все. Уезжаем отсюда. Все, давайте, ребята. Я новый себе твин турбо поставил, так сказать, движочек бещеный навалил. Ой-ой-ой, давай. Ой, 2,5, 2,6. Ну-ка. Сюда, давай, Джейми. Как ты? Братанчик, все отлично, только пристегнись, потому что я себе поставил, так сказать, новый турбонадув на свою бэйби. Она сейчас вообще просто, мы можем с тобой улететь. Блять, сука! Управления нет, нихуя. Ой, блин, говно купил, на.
Тихо-тихо. Оп-оп-оп. Давай-давай. И сразу сейчас здесь надо будет вот так вот припарковаться. Бля, множитель проебал. Ну что ж такое-то? Мы здесь. Да пошел ты. Мойка, почему я множитель потерял? Я все сделал идеально. Бля, мог бы еще косарь заработать. Отличная поездка. Да пошел ты, блядь, нахуй. Вылазь, блядь, из тачки, пока я тебе ебало не разбил. Че здесь? 0,8, ну это все хуйня, блядь. Опять уебался. Ну что ж такое-то? Так, 1,7, 1,2. Ну давай, ладно, возьмем вот этого клиента, что ли. Давай, 1,7. Я надеюсь, то, что ты мне можешь. Ну, блядь, где маркер? Заебете. Давай, поехали. Супер. Я тоже так думаю, супер. Давай, давай, давай. Оп, в пару отошел. Ну. Посмотрите. Блять, ну это же можно было. Ой, блядь. Если еще 1.5x множитель собьется, я сейчас выйду, я тебе зубы выбью. Так, 1.9. Стоять, блять. Поехали. Ну поехали. У тебя, конечно, уродская прическа, но. Пиздец. Не, ребят, ну с такими клиентами мы, конечно, каши не сварим, да? Ну, то есть мы вообще ничего не сварим. Спасибо за поездку. Да не за что. Урод ебаный. Бля. Заработался я что-то, ребята. Давайте, ладно, последнего клиентика отвезем. Давай, ладно, негр. Негр. Наталья Вальдес, как ты? Вообще, я просто отлично. Я надеюсь, то, что, Наталья, тебе нужно... Короче, далеко. И ты мне должна просто, знаешь, сколько отсыпать денег? Ты ебаных. Ай, блядь! Ты отличный водитель. Что? Что вот этот нам делал? 124 бакса, блядь. Что мне? Это потереться просто. 124 доллара. То есть я проехал 500 метров за 23 секунды. Блять. Ну, ребят, это работа таксиста, она, понимаете? Бля. Неблагодарная эта работенка, блять. Неблагодарная. Да. Не знаю, ребята. Хуета, по-моему. Этот запах елочки, ебаный, блять. Все, в пизду. Сейчас закимарю нахуй. Что на голове, еб твою мать?